Стас Борецкий назвал стоимость участка на кладбище, который он готовит выделить для певицы Максим в случае ее смерти. Исполнительница хита «Знаешь ли ты» с середины июня находится в больнице с тяжелой формой пневмонии. После госпитализации Максим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. На случай трагического исхода Борецкий готов отдать для певицы место на Ваганьковском кладбище, расположенное недалеко от входа. Оно стоит 9-10 миллионов рублей, я готов отдать его бесплатно, озвучил стоимость участка шоумен. Борецкий не видит ничего плохого в своем заявлении. Стас Борецкий, который знает Максим по ее ранним концертам и корпоративам, желает исполнительнице скорейшего выздоровления. По словам шоумена, есть такая примета: если тебя хоронят заранее, значит, будешь долго жить.